Все больше нижегородцев начинают болеть этой зимой. В регионе превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас приостановлен учебный процесс в некоторых образовательных учреждениях региона. Для сохранения здоровья управление Роспотребнадзора советует соблюдать режим проветривания, правила личной гигиены и соответствующие меры профилактики. А также советуют родителям не отправлять в школу детей с признаками респираторных инфекций. Дарья Кульбакина, «Время новостей».